Комитет молодежного парламента Республики Северная Осетия Алания по патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям продолжает реализацию программы «Наследие Алании». Она включает в себя организацию поездок с молодежью в памятные места исторической Алании. Накануне северо-осетинская молодежь посетила древние храмы Куртатинского ущелья. Ранее уже состоялись поездки в Нижний Архыз Карачаево-Черкесской республики, где находится Аланское городище 7-10 веков и Взрукское ущелье Осетии. А сейчас в рамках реализации программы «Наследие Алании» была организована экскурсия по святым местам Куртатинского ущелья, в которой приняли участие воспитанники детского дома «Хуратын», слушатели школы осетинских традиций, депутаты молодежного парламента, представители республиканских СМИ, студенты вузов. Преодолев крутые гористые склоны Куртатинского ущелья, участники экскурсии добрались до первой остановки в маршруте – церкви Рождества Богородицы. Здесь с большим вниманием они слушали рассказ опытного экскурсовода, научного сотрудника Института истории и археологии Феликса Киреева, который подчеркнул, что древняя Рождества Богородицкая церковь – особо почитаемое место для всех жителей Осетии. Здесь хранился древний иверский образ Божьей Матери, почитаемый ныне как Моздокский. Он оказался в этих краях велением самой равноапостольной грузинской царицы Тамары. Здесь очень в средние века был оживленный поход в Грузию. Здесь было много населения осетинского. И поэтому вот эти святыни, они здесь сосредоточены. В том числе и известная вот икона иверской иконы Божьей Матери, которую подарила Осетии царица Тамара в XI веке. Она хранилась вот в этой часовне. 600 лет она здесь находилась, пока ее не... После того, как Осия пришла на Северный Кавказ, был основан Моздок, и позднее, вскоре после этого, ее передали в Моздок. Она оказалась, потому что как бы более доступное место, что было. Но хотя уже отсюда она покинула эту часовню, но место это все равно осталось почитаемое. И до сих пор и сейчас люди сюда приезжают, приходят сюда, поклоняются и просят помощи у Матери Божией. Экскурсия продолжилась в Аланском Успенском мужском монастыре, где наместник обители поведал ее историю. И, наконец, ребята направились в старинное село Дзевкис, где находится один из древнейших храмов Осетии – церковь XIV века во имя великомученика Георгия. Участники экскурсии осмотрели святое место, ознакомились с сохранившимися остатками крепостного комплекса в скале и узнали о том, какое стратегическое значение имело Куртатинское ущелье в прошлом. В глазах детей, не знаю, мы увидели, наверное, благоговейный трепет перед этой святыней, когда дети узнали о том, что этот храм, в общем-то, фактически ровесник российской государственности и современник еще аланской государственности, конечно, это не могло равнодушным оставить никого из участников этой поездки. По словам председателя Комитета молодежного парламента по патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям Петра Павлова, целью поездки стало напоминание молодежи о духовных корнях, социализации детей из детского дома, а также привлечение внимания к религиозным памятникам, находящимся на территории современной Осетии, и объединение людей вне зависимости от вероисповедания вокруг национальных святынь. Было трудно, но мы терпели и поднялись наверх. И вот когда мы заходили вот в эту церковь маленькую, мы когда зашли, я встала на колени и молила Бога о том, чтобы было здоровье, чтобы люди ни в чем не нуждались. И дети, которые в детских домах, попали в дома, в семьи. Следующими пунктами программы «Наследие Алании» для новых паломников станут святилище Реком и аланские храмы Карачаева-Черкесии.